Повторная экспертиза. 31-летний житель Улан-Удэ, который зарезал и съел сердце собственной дочери, прошел дополнительные экспертизы в Хабаровске. Напомним, в декабре прошлого года мужчина, находясь под спайсом, избил жену и убил трехмесячную дочь, якобы изгоняя из малышки дьявола. Если эксперты признают убийцу невменяемым, то он отправится в закрытое психиатрическое учреждение. Не зли подругу. Женщина-сутенер, поругавшись с подругой, натравила на нее бандитов, которые жестоко избили и изнасиловали девушку. Потерпевшую держали под замком и заставляли заниматься проституцией. Через некоторое время девушке удалось сбежать. Она отправилась в полицию, где и рассказала о случившемся. Черный лесоруб. В Мухоршибирском районе за незаконную рубку леса был задержан 24-летний мужчина. Житель Заиграевского района заготовил более 17 кубометров сосны. Ущерб составил 185 тысяч рублей. С места происшествия изъяты древесина, бензопила и трактор. Возбуждено уголовное дело.